станция Мичуринский проспект. Переход на Солнцевскую линию. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Петровский парк. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам.
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – ЦСКА. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Поезд следует до станции «Деловой центр». Деловой центр. Для вашей безопасности держитесь за поручни.